Вопросы будут относительно Санкт-Петербурга. Вопросы будут относительно Санкт-Петербурга. Первый вопрос. Внимание, вопрос. В 1703 году. Да, все, я согласен с вами. Доподлинно известно, что в Санкт-Петербурге при начале его строительства было запрещено проживать лицам женского пола. Правильно. Да, было бы запрещено проживать лицам женского пола. Поскольку это строился не город в 1703 году, а военный гарнизон. И в военном гарнизоне было запрещено проживать лицам женского пола. Но поскольку военный гарнизон расстраивался, расширялся, и торговля уже приобретала осознанный вид, то Петр I в каком-то году издал указ, разрешающий проживание лиц женского пола для офицеров, старших офицеров и купцов первой гильдии. Вопрос. В каком году разрешили проживать женщинам в Санкт-Петербурге? И именно с этого года город стал называться городом. 30 секунд идет. Маша, это Светлана. Светлана, как она сразу в интернет. А между прочим, этот вопрос как-то освещался на одной из экскурсий. Ныне, по-моему, уже не с ушедшим из жизни, Володя, да? А-а-а.